Россия сейчас ощущает имперское перенапряжение, и ей будет сложно противостоять амбициям Турции в Нагорном Карабахе. Алексей Кафтан, комментируя журналистам издания «Новости Украины» эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, отметил, что пока еще о начале полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном говорить рано. Вместе с тем журналист-международник обратил внимание, что здесь переплелись интересы как региональных, так и глобальных игроков, и поэтому очень сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий. Например, у Турции есть амбиции регионального лидера, которые страна уже продемонстрировала в Сирии, Ливии и Ираке. Соединенные Штаты, скорее всего, пока будут просто наблюдать за ситуацией, а Европейский Союз ограничится призывами в духе «ребята, давайте жить дружно» и, возможно, какими-то санкциями. Вместе с тем, для России это будет непростое испытание, поскольку Российская Федерация сейчас ощущает имперское перенапряжение. Российской Федерации будет сложно противостоять амбициям Турции. Кроме того, это еще и достаточно опасный для россиян вариант. Не стоит забывать, что Турция является членом НАТО. Соответственно, конфликт с ней может перерасти в противостояние со всем альянсом.